Приветствую всех, с вами Лилия Донскова, и в этом видео мы продолжим с вами обучение, как упаковать красивый подарок к празднику. И для этого вам потребуется лента. Я сегодня буду использовать розовую ленту. Вам нужны будут ножницы и степлер. Итак, что мы будем делать? Итак, берем ленту и делаем вот таким образом, то есть мы закручиваем колечки. Сначала мы делаем колечко маленькое, следующее над ним чуть-чуть больше, третье еще чуть-чуть выше, четвертое уже выше третьего немножко и пятое выше четвертого. То есть нам нужно всего 5 сделать колечек. Вот смотрите, что у вас должно получиться. То есть они каждый чуть-чуть выше другого. Далее мы отрезаем ленту. И тут нам понадобится степлер. То есть вы степлером должны внутри, как бы, да, вот вы должны видеть, внутри прицепить вот этот хвостик. То есть все вот эти штучки между собой должны соединиться. Достаточно одной скрепочки. Вот что у нас получилось. То есть 5 колечек, все соединены между собой. Следующее движение, которое мы с вами делаем. Мы берем сверху один лепесточек, спускаем в сторону и надламываем его посерединке. Как бы зажимаем вот так. Переворачиваем. Следующий спускаем. Надламываем посерединке. И так далее. То есть чередуем один в одну сторону, другой в другую. И тот, который остается, мы его просто чуть-чуть укладываем вовнутрь. У нас получается такая роза. Объемная пушистая розочка. Ее также можно приколоть на подарочек. Вот желательно делать ее поменьше, то есть прям вот впритык-впритык, чтобы степлер еле-еле вошел. У меня она чуть-чуть крупноватая, поэтому листочки чуть-чуть могут распадаться. Хорошенько их зафиксируйте, тогда розочка будет красивой. Вот такие маленькие розочки, они очень хорошо смотрятся на маленьких подарочках. То есть если это какая-то маленькая коробочка или совсем маленький сверток. И что я еще рекомендую сделать дальше? Вам нужна будет зеленая лента. И вы нарезаете маленькие лепесточки. То есть мы берем вот так вот 2 листочка, вставляем их вовнутрь и прикалываем степлером также. Получается розочка. Вот такой классный цветочек розочка. Желаю вам классного Нового года и красивых подарочков для ваших близких и друзей. Пока-пока!